Итак, дорогие друзья, всем привет! Я не знаю, скорее всего, этот ролик выйдет на основном канале, я записываю его чуть-чуть заранее, но в любом случае, если вдруг он выйдет на основном канале, я вас очень попрошу, ребята, всех поставить лайк, подписаться, я вас всех люблю, соскучился, не могу вас не слышать, не видеть, хотя мы с вами, я думаю, надеюсь... С тобой конкретно виделись на Holding Stream. Если вдруг ты там не подписан, в описании ссылка. Ребята, сейчас я вам такое покажу. Недавно добавили нового персонажа в игру Джеки. И я на нем не успел нормально поиграть, выпустить ролики на основу, потому что мне сразу страйканули. Поэтому, как я выбил Джеки, получил ее сразу на фул, как ее прокачал, там пассивки выбил, апнул первые 500, апнул 1000, это все выходило на Holding Stream. А финалочка, шлифовочка. 1329 кубков, 35-й ранг на Джеки на основном канале. И Ребзи, это не просто 35-й ранг, это, мать его, топ-1 мира. Давайте я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Где ты, Джеки? Джеки, ты где? А где Джеки? А вот она, Джеки. Топ-1 мира. 329 кубков. 1329 кубков. И я сейчас рискну пойти в бой. Конечно же, скорее всего, я сольюсь, но я буду максимально стараться, чтобы слиться не первым. Ребят, пожалуйста, очень умоляю вас всех, поддержите ролик лайком, подпиской. Со мной, кстати, Гарда. Гарда, алло. Привет. Это его заслуги, вот это все. Я ставлю ссылку на его канал, чекните. Ты там снимал, как это делал или нет? Да. Чекните его канал, он вообще красавчик, он мне сейчас еще Спайка помогает апать. Но опять же, этот ролик выйдет, наверное, уже после того, когда все про Спайка будет известно. Но в любом случае, усаживайтесь поудобней. И мы начинаем. Я пойду в бой, бой будет подбираться где-то минут 10-15, я это, естественно, вырежу. Но он будет сложным, я вас реально прошу всех перед боем поставить лайк. Я в топ-1 мира на данный момент. Стоп, я забыл скрин сделать, Я сейчас скрин сделаю и потом пойду в бой. Потому что для меня это очень важно. Блин, ну я не знаю, хоть и не я это делал, но все равно топ-1 мира на Джеки. А теперь погнали в бой. Только подберутся соперники, я подрублюсь. Первая катка будет соло, вторая, возможно, пойду с гарды в дуо. Посмотрим, как Итак, ребят, я хочу, чтобы вы просто ощутили, сколько... А, блин, офигеть! Сразу подобралось, блин, я просто хотел, чтобы они ощутили, как долго я ждал вообще, чтобы добавился один персонаж. Так, все, собрались. Холдик. Кто-то зашел в кусты или нет? Я не знаю. Никто, наверное, в центр, никакой дурачок не будет заходить на 1300 кубков в центр. У меня очень крутой гаджет, который меня ускоряет. Посмотрим, как он со мной сработает. Хоп, хоп, хоп. Смотрите, 200 хп оставил быку. Убили быка, Забрали банку. Все, 6 банок у нас. А, тут же еще робот, офигеть, я забываю. У меня уже 6 банок, слушайте, мне нравится. Мне нравится этот персонаж. Так. Персонаж очень крутой. Что? Персонаж очень крутой. Слушай, ну мне ульта вообще его не нравится. Ульта тебе... мне тоже очень не нравится. Она вообще никакая. Знаешь, что хотелось бы ульта? Чтобы она отбрасывала наоборот иногда. Либо же притягивала нормально. И можно было выбирать зону действия. Как удары. Я когда играл, я ульту вообще не юзал. Ну, может, там в крайних случаях. Она ни о чем, потому что... Так, он сейчас вирус бит умрет от робота, а мне бы такой пошел, забрал бы его банки, когда он сдохнет. Он падла, а он падла отхилился, он, короче, ага, хорош. Хоп-хоп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это я зря. Хотя забрал на себя я робота, по 3000 дамаг у меня. Ульту лучше не использовать, да? Ульту, да. Там гаджет у тебя есть, если что. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты что, дурачок? Есть, я выжил, хорошо, у меня 10 банок. Хорош. Ты думаешь, что топ-1? Какой топ? Ну подожди, сейчас еще 7 бойцов. Хорош. Хорош, боже, что я творю? Я отвечаю, я очень жестко. Так, здесь ускоряемся. Блин, реально, я как будто коктейль подобрал с этой, с этим этим. Так, есть, у меня 15 банок. Ну, слушай, ну это проиграть надо умудриться. Так. Так, все, топ-2. Ну все, я выиграл топ-1. Я думал, я сделаю минус 12. Вы посмотрите, как мало мне кубков сейчас дадут, ребят. Вы просто это зацените. Плюс 5, ну слушай, это неплохо. 5?
5. А трио плюс 3 за победу. А что? А. А должны дали были плюс 3 за победу? Может, я попал? 3 дают плюс 3. Что? 3 на 3 дают плюс 3. А, в 3 на 3 за победу дают плюс 3, а в ШД за топ-1. Видишь, да. Я на самом деле думал, что будет минус 12, реально. За последнее место минус 12. За топ-1 он говорил плюс 3. Но, как видите, я затащил еще топ-1. Но мне повезло, наверное, из-за того, что в центр никто не зашел. Я сразу 4 банки забрал. Еще мне реально понравилась пассивка. С ней реально, блин, ой, пассивка, гаджет. Он реально удирает, как на коктейле. И урон очень дикий у нее. Короче, я сейчас еще одну катку. Больше, ну, я боюсь, реально. И мне кажется, что эту катку я солью. Я к вам, у меня огромная просьба, ребят. Потому что, ну, блин, я понимаю, что, возможно, вам хотелось бы больше каточек, но я не хочу рисковать. Я в топ-1 мира сейчас играю. И я вам хочу еще показать. Я не знаю, хотите вы подождать или не хотите, сколько я буду ждать, чтобы хотя бы еще один игрок добавился. Я реально сижу, ну, около минут 5-10, чтобы там хотя бы подобралось несколько человек. То есть вот так вот я сижу, просто втыкаю, как... Короче, реально сложно. Ждешь поединки долго и получаешь немного. 3 на 3 тоже долгий подбор? Да, в 3 на 3 долгий. Но мне кажется, не такой долгий, хотя, как в ШДР. Ты часто проигрывал в 3 на 3? Или нет? Нет, нет, ни разу не проиграли. Красава. Ну, я надеюсь, не подведу. Но если что, я проиграю, ты обижаться не будешь, да? Не буду, да. Я думаю, ты ожидал уже, что кому даешь, понятное дело, что проиграешь. Ладно, окей. Я не ожидал, что ты меня возьмешь. Ну, хорошо. Что говоришь? Не ожидал, что ты топ-1 возьмешь. А, ну я это и услышал, да. В общем, я сам не ожидал от себя. Все, ребят, как только подберутся соперники, в последний бой зарубим. Погнали. Блин, ребят, я уже сижу минуты 4. Оп, 4 из 10. Просто через 4 минуты поменяется карта. И я очень бы хотел успеть еще раз сыграть на фофе. 5 из 10 уже, но осталось 4 минуты. Я очень надеюсь, что подберется 10 соперников. Очень надеюсь. Есть, подобрались сопернички. Так, все, погнали. Блин, я не заметил, есть кто-то здесь в центре или нет. Блядь! Там была эта Джеки тоже. Блин, офигеть, я чуть не проиграл последним, прикинь. Меня тупо гаджет затащил. Да и она что-то там затупила. Фух, блин, я не знаю, здесь тоже кто-то есть. Фу, страшно. Блин, ты прикинь, сейчас бы минус 12. Вот тебе и мировой рекорд. Там все равно остался мировой рекорд. Блин, хорошо играет чел. Ну, типа. Что говоришь? Топ-1 мира все равно остался, там очень большой разрыв. Топ-1 мира остался, ну да. Так, тут никого, хорошо. Ну, в этот раз я топ-1 вряд ли возьму, то есть я не в центре. То есть я там хотя бы в центре всех задавил, забрал тупо все банки. А в этот раз, блин, Джеки зашла, офигеть. Она четенько меня выждала, понял? Я первый удар по ящикам, и она на меня сразу налетела. Понял. Ну, я что-то не заметил, мне казалось, никого в центре нету. Я мог тоже так подождать. Но, ладно. Ну, я выжил, фух. 8 из 10. Так, и у меня еще 2 попытки использовать гаджет. Гаджет вообще офигенный на Джеки. Прям, ну реально, лучше, чем пассивка, да? А мне кажется, самый крутой гаджет в игре вообще. О! Один из самых крутых. Ну реально, именно для Джеки. Потому что, ну, там, для кольта бы какого-то это бы не подошло. А вот для Джеки, да. Так, там 7 банок, офигеть. 7 банок, и за ней робот тулит. Так, ну я вот здесь спрячусь. Она сейчас робота убьет. Капец. Может, на спидах забрать банки? Ладно, не буду рисковать. До сих пор 8. О май гад. У нас рекупы сложные. О май гад. Она меня убила! Блин, тупо возле меня Джеки, у которой 11 банок. Тупо она была возле меня. Все затимились, а я сам по себе. И она меня убила. Минус 6! Слушай, плюс 5 и минус 6, но это, а? Какой топ? Ты взял? Сейчас посмотрю. Я топ 6 взял. Топ 6 взял. Короче, 1328 кубков. Давайте список лидеров. Блин, обидно. На самом деле обидно, мне реально не повезло. Если бы Джеки, она просто как раз побежала ко мне, а у меня уже дым был. Я бы там еще продержался немного, затимился бы с кем-то. Мне тупо не повезло, я неправильно сыграл. Но, в любом случае, я первая катка топ-1, и я, блин, доволен.
все равно Перс останется в топ-1, завтра сброс сезона, но вы уже смотрите, когда новый сезон начался, поэтому, ну, такие дела. Ну, в любом случае, спасибо за возможность, реально, я думал вообще без шансов, но какой-то шанс у меня был, хотя я там тупил, вначале затупил. Вот, а так в целом играть можно. Короче, ставьте лайк, подписывайтесь, если бы вы хотели, чтобы я когда-то поднял на основе какой-то 35-й ранг на каком-то персонаже. Пишите в комментариях, какого персонажа. Подписывайтесь на Гарду, ссылка в описании. Все, на этом будем прощаться. Спасибо вам за просмотр, я больше не пойду, потому что боюсь, что вообще солью ему все. Желаю вам хорошего настроения, дня и ночи, и до новых встреч. Всем, друзья, пока. И обязательно подписывайтесь, не пропускайте ни одного видоса. Их будет скоро очень много. Да, Гарда? Пока. Пока-пока. До новых встреч.